чем ты, блядь, Вула, занимаешься? Падай вниз. О, у вас чувак падает вот сюда. Вообще, вот кто катается на BMW, вот на этом паке, вот чистые бараны, которые никого никогда не пропускают. Ну, BMW, что поделать. Я вышел машину, чтобы поменять. А, ради бога. Блин, я хотел задку, но... Ладно, так уж и быть, BMW. Да, все с тобой ясно. Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему. И полторы секунды просираем, сука, за что? Так, догоним, сейчас догоним. Чего ты не смешиваешь три травы, чтобы получить бессмертие на некоторое время? Чё, блядь? Ты, блядь, где был раньше? Ты чё, блядь, охуел, что ли? А раньше мне об этом нельзя было сказать? Пиздец, блядь. Полностью восстанавливает запас надолго, снижает получаемый урон, защищает от яда. А я просто так, блядь, с тремя травами бегаю. Я сколько смертей сделал, ты что, блядь, не видел до этого? Ну ладно, допустим, там раньше я чатик как бы читал. Ну чатик я уже обновил, блядь, хуй знает сколько смертей назад. Что, раньше нельзя было сказать, что ли? Может, вверху там что-то есть тоже. На соседней крыше, лево, на соседней, на балкончике, да, блядь, вниз, справа чуть-чуть. Да, блядь, чуть-чуть, я сказал, на той, на левой крыше, блядь, ты заебал. Левое здание, блядь, ты дебил. Вон там бегает, бегал на... Ай, все, похуй, блядь, сидит сзади. Ты чё удобно? Блядь. Микстарс. Да он, похоже, в ангаре что-то расцепил, блядь, и там, блядь, все летает. По ангару теперь. Он, скорее всего, выключил, наверное, питание. Да как-то. Он, скорее всего, наверное, отсоединил корабль. Ёб твою мать! Что такое? Что такое? Что случилось? Пашка. Да он все корабли расхуячил! Я там только... Отстегнулся. Ёбаный рот! Ну что, блядь, загружать нужно. Типа, а ну, может, посмотри, там ближайшее автосохранение есть. Сука. Пиздец. Что, он разъебал все вообще мелкие корабли? Ну, бабама. Блять, сука, он разъебал мой дыры. Ах ты, скотина! Вредитель, нахуй! Сука, блять! Расхититель социалистической собственности! Бурод! А ну-ка. Ты. Он просто в хламину, просто вот в хлам. Здесь стоял разборщик. У меня здесь был разборщик, от него не осталось ровным счетом ни хрена. Ноль. Бадмиксарс, полнейший, то есть он попал нахуй. Вредитель конкретнейший, просто расхерачил полностью распилщик. Живой распилщик был, блядь, понимаешь, целый, не осталось ничего. Как, даже кокпита не осталось, не, вру, кокпит остался, блядь. Единственное, что осталось от распилщика, это кокпит. Ну как ты мог, ебать? От бура остался один бур из пяти. Там пять буров было на нем, один бур остался. Что ж ты, блядь, Микстарс нахуй? И расхерачил грёбаный мой атмосферный истребитель. Да, буду загружать. Ты что, издеваешься там столько... Я взял этот истребитель, да потом ты сказал, какой-то другой нужно брать. Я такой, ох ладно. Ты! А, он взял, короче, истребитель. Диверсант! Самый что ни на есть диверсант! Понял? Он короче... её... Да, ты понимаешь, этот вот истребитель не пристыковал. Он отцепил его. Да. И этот истребитель тяжелый, который... Он перехуячил все внутри, что там было. Да, ну так оно есть, короче. Осталось только маленькое сиденье, потому что, наверное, просто его не зацепило.
что он там шутит? Какие-то шутейки такие непонятные, которые понятны только ему, наверное. Он говорит, что за шутейки. Yes. Про маленький член. А, ну это... Не, подожди, а что значит шутейка? То есть, направду не обижаются? Блин, ну это совсем сильно. Советчики, блядь, сидят, нахуй дают советы. Сдохли, блядь, советы. Вон сверху, сверху, маркет на крыше, справа. На высотке, блядь, ты заебал. Ну! Блядь. Как тебе повезло, что это был консольщик. Блядь, как тебе повезло. Это стопудово был консольщик, блядь. Как этот дебил тебя... Не на оправдание, поехали. Как этот дегенерат не убил тебя? Это надо, блядь, еще постараться. Я вообще не понимаю. Привет, Эндрю. Возьми контракт, чтоб денег заработать. Нас выпустить. Ага, понятно. Как они, блядь, стреляют? Кто эти люди, блядь? Как бы, ну, самое главное, чтоб нежелательно было, это что коронавирус, потому что, насколько мы знаем, это один из, сука, симптомов! Опять этот дурацкий поворот, ну на какой передаче его проходить? Блять, ну опять я не успел, ну долететь твою за ногу, да, в угол. Я уверен, что я хочу начать. Осторожно. Спасибо, что спрашиваете. Не, на самом деле это полезная функция в ВБСК, когда тебя спрашивают, хотите ли начать трансляцию? Очень хочу, потому что я один раз запустил трансляцию, а я сидел там, занимался непотребствами всякими. Я не туда нажал, я хотел записать видео, а... А начал стримить. Да, начал стримить, поэтому пришлось срочно останавливать это парашу. Потом подумал, все-таки поставлю-ка предупреждение. Без предупреждения как-то не айс. Да, мы снимаем. Все, отчет? Да. Раз, два, три. Поехали. Нормально, Паш. Охуенно. Красиво. А главное, со вкусом. Ох ты, бля! Кто приехал? Я на НР. На инерции влетел. Я заметил. Черт. Что случилось? Все в порядке? Да, нормально. Ну я б не сказал! Это правее было. Понимаю. Ну далеко. Где-то а это там. В принципе, похуй. О. Прыгай за ним. Салам. Лол. Хорош. Чисто чел, блядь, надеялся, что укрылся. Ты меня, блядь, скроешься, нахуй. Вот базука для таких случаев полезная хуйня. Да. Пожалуйста, не убей меня. Худила. Как же это, блять, сложно, блять. Ай-яй-яй-яй-яй, сука, блять! Верт, ты красавчик. Да, хуяная зона. Чпоньк, ну? Спалил, наверное, меня. Он. Ну? Нормально. Резко передумал, да? Пизду нахуй. Это на краю. Окей.
отлично. На донышке. Лыжи, да. Поехали. Раз, два. Зацепа нет на старте. Резина холодная. Ой, дай бог ты мне попасть в эту стенку. На. Ну я попал. Ну я тебя толкнул. Кому поебалу надавать? Если он, наверное, пойдет. Да я понял. А, блядь, ну, блядь! Да что за хуйня, блядь? Пиздец, блядь!